Все, мяч твой, парни. Андрей, туда, ну в карта, Андрей. Здорово. Сиден. Здорово, 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 спокойно, спокойно, старый.
самый крупный штрафной площадок. Нарушение. 2-1. Очередной выход 1-1. Мимо. 40 секунд до свистка на перерыв. Вот так и заканчивать отрезок игры всегда приятно, но еще приятнее, когда за некоторое время до свистка удается забить. Ну, видимо, сейчас не тот случай, когда это удастся. При цифрах на табло 2-0 команды уходят на перерыв. Второй тайм. «Газпром Энергохолдинг» и «Спецсвязь». 2-0. «Газпром Энергохолдинг» впереди. Пытаются с первых секунд спецсвязисты броситься вперед. И в тайм-ауте размышляли насчет выхода пятого полевого игрока. Ну вот пока 4 в поле и 1 вратарь. Ну это резонные размышления. Действительно, то ли «Спецсвязь» сегодня в каком-то вялом состоянии находится, то ли уж слишком хорошо гэховцы обороняются, не хватает все время ни пространства, ничего либо еще для того, чтобы делать передачи. И третий какой-то немного непонятный гол пропускает «Спецсвязь». 3-0. Ну вот как-то на пустом месте «Спецсвязь» ошибается. Непонятные провалы в обороне, за счет которых мы видим вот такие выходы 1-1. Ну, и удары были, которые нужно было тоже отражать. Пролов с мячом. Сиден. Втроем против двух галактионов. Здесь подключается. Но так просто под ногу уже не пробьешь. Создается ощущение, что «Спецсвязь» могла бы и повыше соперника встречать. Тогда у «Газпрома Энергохолдинга» не было бы просто пространства, чтобы делать вот такие, например, передачи. Ну, это хитро задумал Галактионов. Профессорский ход. Коцур бросает на ближнего. «Газпром Энергохолдинг» может никуда не торопиться. У них преимущество в счете. То преимущество, при котором последней чистой минуты не будет. Молодец.
Отличный подкат. Даже почти удалось забрать мяч. Увеличивается темп. Ну, четвертый игрок у спецсвязи уже не возвращается к собственным воротам, надеясь на то, что партнеры и без него смогут отбиться и потом сделают на него передачу. Великолепный контроль мяча от Гэх. Но он здесь при попытке сделать финт потеря произошла. Душкин справа ход набрал. Душкин. Еще одна хитрая передача, которая практически до Душкина дошла. Уже просто не стал идти в стык. Поберег себя, все-таки еще два матча сегодня играть. Агрессивный подкат за пределами правил. Сидин снова в обводку идет. Еще одно нарушение. Четвертый фол у спецсвязи. Но если так дело пойдет, то и до шестого дойдут. И по-прежнему в 4 полевых играет спецсвязь, хотя в перерыве раздумывали о смене вратаря на полевого игрока. Ну, как раз при счете 0-3 за 3 минуты до конца. Уж точно можно было бы попробовать хотя бы. Сидин. Еще один. Уже четвертый гол. Остается еще около полутора минут. Эти полторы минуты нужно попробовать забить хотя бы гол престижа. Душкин в центре поля, мяч подобрал. Молодой,
пятый фол у спецсвязи, еще и с желтой карточкой. Все последующие нарушения правил спецсвязи будут наказываться 10-метровыми штрафными ударами. Сидин, все поле прошел, осталось только ударить. Но настоящий разгром заканчивается при этом счете. Матч уже не будет исполнен штрафной удар. И так голов достаточно.